Встреча президента республики Мурата Зязикова с известным общественным деятелем Чечни Саламбеком Хаджиевым и с артистами отечественной эстрады прошла в малом зале постоянного представительства. Вручая награды исполнителям, глава Ингушетии выразил надежду на то, что сольные концерты пройдут в республике в скором времени. Творчество Тамары Гарцители и Филиппа Киркорова широко известно не только в нашей стране, но и во всем мире, отметил Мурат Зязиков. Это звание подчеркнет народную славу и признание исполнителей. А для певицы Иваны в начале сольной карьеры должно стать большим стимулом для достижения первых ступенек музыкальных чартов. У меня очень большие надежды, что, по крайней мере, в следующем году у нас 15 лет республики, самый молодой субъект. И на самом главном концерте будете вот вы обязательно. Приглашение, значит, постоянно действующее.